И вот эти вот самые пиявочки. Боже, какая гадость. Парь, держи сама их. Я не хочу. Ты меня заставила. Только давайте по очереди. Варь, кидай туда. Сейчас воду их только, ладно, Сара? Роды пиявки. Куда вот этот кокон? Кокон в поддон кидайте. Побежала. И вот пиявочки эти детеныши, они хоть и маленькие, но уже способны вести самостоятельный образ жизни. А там потому что нету, все вылезли. Там одна, по-моему, осталась. Все вылезли сами. А нет, это скорее всего стейк для кокона. Так, бывает и такое.